если вспоминать о самых первых часах, то, вы знаете, у меня воспоминания сразу возникают из детства. Это я когда гостил у своего двоюродного деда, брата моей бабушки. У него на стене висели карманные часы. Очень красивые серебряные карманные часы. И они меня чрезвычайно привлекали. Причем они были очень удачно повешены. Мне казалось, это очень оригинально на таком определенном месте. И мне хотелось их взять, но я не решался попросить даже об этом. Первые часы, это, чтобы я еще думаю, что я еще дедушкины, наверное, ну, сломал. Потому что я туда, не имея опыта, что-то там делал, естественно, я сломал. Потом мамины тоже сломал, потому что там были такие технические вещи, например, один винт, там не правая резьба, в общем, а левая резьба. Вот я их сломал. Мама говорит мне, что до сих пор они у тебя в ремонте. Идут в профессию, в ремесло, иногда случайно. И только особенно дотошные, и я считаю, люди с каким-то определенным призванием, вот они добираются до таких вещей, до старинных, с утратами, с поломками серьезными. Я даже разговаривал с ювелирами, мы даже в шутку так шутили, что вы можете там кривые косые кольца сделать, наполировать, они блестят, и люди рады. А ведь часовщику-то надо сделать так, чтобы часы показывали точное время, не просто чтобы они ходили, а чтобы они именно точно ходили, иначе какой смысл? Поэтому, конечно, тут момент такой, знаете, тщательности, доскональности, он требует и усидчивости, и терпения, и, конечно, какого-то предназначения. Зрение должно быть хорошее. Ну, основное, я думаю, просто любить работу. Тут много интересного, и слесарной работы, и фрезерной, и токарной, и работать надо уметь и по дереву, и по стеклу. Многогранная такая работа. Мы до сих пор, как говорится, такая специальность, что нужно учиться всю жизнь. Я каждый день что-то получаю нового, новое. Новые модели часов появляются. Чего-то сейчас только нету. То есть нет такого человека, который говорит, я все умею, я все познал. Нет такого. А в каждых часах есть свои хитрости, как говорят, подводные камни. Ну, я думаю, что часы – это магическое существо. Они показывают время. Как там Пугачёва пела, еще идут старинные часы. Ну, вот какая-то живой организм. И кроме того, когда вам приносят механизм, который, так сказать, уже серьезно пострадал, и просто даже в нем трудно увидеть часовой, вообще какой бы то ни был механизм. Вот. И когда ты уже видишь, представляешь, как ты их почистишь, и как они заиграют, засверкают после очистки этого механизма. И как на этот свежевычищенный механизм ты дашь свежее, прозрачное, как слеза, масло. И как все это заработает и забьется сердце в этом механизме. Ведь вот это тиканье, взаимодействие анкерной вилки, анкерного колеса или маятника, это же схоже с биением сердца. Часы привлекали. Меня вообще привлекали старинные вещи. Их красота, их цельность какая-то. И я оказался в мастерской. Причем сначала-то я думал просто часовым мастером. Но поскольку у меня со зрением были проблемы, мне предложили
обратиться вот в мастерскую, где ремонтируют крупногабаритные часы. Я обратился в мастерскую на Жлябова 19. Обычная советская часовая мастерская. Но дело-то в том, что при отсутствии, скажем так, даже приличного оборудования, в этой обычной мастерской делались вообще-то необычные вещи. Замечательные часы, подчас уникальные, восстанавливались, возвращалась им жизнь. А это была, опять же, централизованная была мастерская, что со всего города были такие установки на заводе. Все старинные часы туда везли. Петербуржцы знали ее, ценили. И не только петербуржцы. Приезжали из разных городов Советского Союза, из разных республик. Что меня больше всего удивляло, что приезжали даже из Москвы. Я пошел учиться на Жлябова 19, меня взяли учеником. Начал там учиться по старинным часам. Там принимали только старинные часы. Там были старинные, ну и разумеется, все настольные, кроме наручных часов. Наручные часы мы там не брали. Учился на Жлябова 19 по старинным часам. Тогда еще был Ленинград в 69 году. У старых мастеров. Внутри мастерской в основном молодые ребята, молодые мастера. Как видно, на фотографии сидели тесновато. Но в тесноте да не в обиде. Вот тогда мы были молодыми, вот я тоже носил такие длинные волосы. Это вот населили комната мастеров по старинным часам. Это наша фотография, знаю. Это, по-моему, это Малинцев, кажется. Володя Самальцев. По-моему, он. Ну, мы занимались делом. Хорошим, настоящим делом. Поэтому я с удовольствием вспоминаю это время. Сама атмосфера мастерской, она была, конечно, интересной. Шум, гам, шутки, смех, что-то такое, анекдоты. И вдруг мертвая тишина. Как отрезала. Слышно, как муха пролетит. Это значит, люди стали работать, начали работать. Все ушли в свое дело. Мастерская большая была на Жлябова 19, метров 300. И старых мастеров было человек 10. И я не только к своему мастеру, а ко всем обращался. Ну и как бы больше всего мне понравился Бабейко Василий Осипович, был такой мастер. Василий Осипович давал уже то знание часовщику, которое он не мог нигде получить. И тратить время на просто обучение, так сказать, ремонтировать простые механизмы, не было смысла. Я теперь это прекрасно понимаю.
Он давал как бы высшую школу. Не среднюю, а высшую школу уже часовых дел. Вот. Это вообще был замечательный человек. Удивительный мастер. Его знал весь Петербург, который имел отношение к часам. Люди, которые имели коллекции часовые. И, собственно говоря, мастерская, вот о которой идет речь, Желябова, 19, крупногабаритных часов, где ремонтировали удивительные вещи. Вот. Она, собственно говоря, держалась-то на нем. Он был душой этой мастерской. Василий Иванович был лучший мастер, у которого мы учились. Ну, он что, единственное, это его школа ранняя, кажется, это мы еще такие молодые, было нам по 25 лет еще. А он-то тогда был, как говорится, уже мастер, прошедший все. Я частенько Васильевича спрашивал: Васильевич, что мы будем делать без вас? Потому что к нему можно было с любой проблемой подойти. Жалко, что годы свои взяли где-то после 80 лет. Он ушел из нашей жизни. Я о нем очень скучаю, что великий мастер был, как бы. Ну, не великий, это красиво сказано. Ну, большой мастер, очень большой. А выше его я еще не видел такого мастера. Я думаю, не увижу. Поскольку мастерская была крупногабаритных часов, то приходили разные люди. Приносили вплоть до будильников. Советские часы приносили крупногабаритные, настенные. Но вот среди этого репертуара, так сказать, были часы старинные, антикварные, дорогие, уникальные. Вот этот контингент уже, конечно, представлял из себя старых петербуржцев или их потомков. Вот у меня был у Игоря Дмитриева дома. Касса тоже ему небесная. Вот, интересный очень мужчина. Там напольный я ему делал с красного дерева. Он говорит: понимаете как? Эти часы мне напоминают фильм «Тихий дон». Только вы не подумайте, что я их оттуда украл. Я говорю: извините, в общем, конечно, я не подумаю об этом. Мы даже фотографировали отдельные экземпляры, которые, ну, просто было жалко выпускать из рук. Вот ты его восстановил, дал ему вторую жизнь, этому механизму. На память надо было сфотографировать. Появились цветные слайды. Больше 10 лет. Произошла такая ситуация, не знаю даже, стоит ли об этом рассказывать. Видимо, вал заказов по поводу будильников и кукушек. И придя однажды на работу, я вдруг обнаружил, что у меня весь стол заставлен будильниками. И угол между столом и дверью заложен весь кукушками. Это совершенно другая специфика работы, и она не вызывала никакого вдохновения. Это подтолкнуло к тому, что я ушел из мастерской, не только я. А потом началась перестройка, ее активная фаза. Мастерские стали переводить в другие, более
как сказать, скромные помещения. А те помещения, которые занимали хорошие мастерские, передавали организациям типа банков, больших магазинов, антикварных и прочее, прочее. Ну и так постепенно вот угасла эта мастерская. Мне часто снится сон, даже такой, как будто бы я снова в мастерской, и проходит месяц, а мне нечего сдать, ни одного наряда у меня нет, я ничего не сделал. Вот как-то так вот время прошло, сам не могу понять как, но вот я так и не приступил к настоящей работе. И просыпаешься вот в отчаянии. Нормально? Ты причесался? Нет. А? Нет. Ну, нормально. Ничего? Наниша, ты знаешь, как эти часы называются? Нет. Разве? Забыл. Каретные часы. Вот. А ты знаешь, что к ним придавался еще кожаный чехол, и с этими часами люди разъезжали в каретах? Вот в данном случае вот этот экземпляр каретных часов, он имеет еще и будильник. Хочешь, я тебе покажу, как он работает? Да. Вот смотри, берем ключ, он подходит и к стрелкам, и к заводу, пружины, боевой и ходовой. Вот сейчас мы с тобой заведем их. Они уже заведены. Значит, что мы делаем?